Я знаю, чем мы все равно займемся. Адекватным прохождением, блядь. Я не буду играть в эту хуйню, чат. Я не буду. А вот, кстати, попырить можно. Че, какой игрофильм хороший? Мы стадо? 1,6 миллионов просмотров? Так, надо еще вспомнить, где я был. А че, 4К можно? Так, тут мамку сожгли. Просто что я сделаю сейчас? Я включу на телеке тот же самый видос. На стриме включу одновременно. Сниму наушнички, положу рядом. Если что-то захочу сказать, скажу. А так, ебать, пипчил нахуй. Заебись, я считаю, хороший контентик, блядь. Не, потому что в эту хуйню играть очень больно. Очень больно. Понять же, игра. Не, вот сюжетка, кстати, ничего такая. Все, что? Можно посмотреть. Так, я за хавкой. Чё хули, блядь? А чё хули, ебать, блядь? А чё хули? А чё хули, ебать, блядь, нахуй? Может, это станет тебе подспорьем? Работает. Была одна научная работа на тему, какой эффект телесные жидкости людей вроде нас оказывают на тварей. Подобные Не, на материалы телеке я не буду смотреть, потому наша что чат не видно единственная надежда, но и об уникальных свойствах твоего тела и о нашем общем недуге думе. Что происходит там? Игрофильм смотрим по Death Stranding. Просто в Death Stranding играть невозможно. Это, ну, просто унылая дресня. А чекнуть сюжетик можно. Что с моей тройкой, чат, видишь? У тебя зрение как урла. Да, у меня идеальное зрение, у меня однерка. Близко вижу, все хорошо. Далеко вижу, все хорошо. Это же можно сказать про тебя. Это что, я даже вижу, куда я попадаю на стрельбище, блядь, на 40 метров с пистолета, блядь. Жень, лишку на циклоне едешь или что-то новенькое будет? Чел. Новый циклон. Ты реально прибавил с прошлого раза? 10 часов, так мы просто за 2-3 раза посмотрим. Типа я вот отмотал до того места, где я наигрался, блядь, в эту замечательную игру, сука. За сколько, блядь, я ее купил? За 1500 вроде. Еще 800 рублей докупил какое-то дополнение, блядь. Что типа вот, сейчас поиграем, ну не зря же нахваливают, блядь, значит, ну там геймплей интересный, блядь. Ебать. Челы, вот, дай бог здоровья, с вами что-то не так, блядь. Ну хорошо, сейчас вот посмотрим, да, чекнем, может сюжет все-таки заебись, да, но он интересный, окей, начало, по крайней мере, интересно. Только вот зачем тут в игрофильме нарезано общение с NPC, я не совсем понимаю. Нахуй они нужны вообще. Да, я по скидке взял. По факту эта хуйня сколько? 3 косаря стоит? Сейчас уже не 3 косаря. Сейчас уже, ну, наверное, 4500. Да? Ну, что-нибудь такое. Ебать. Вау. Блять, реально. Это же реально жиза, пиздец. Чел там отработал, ебать. Денечек. Там в Деливери или там в Яндекс Еде ходит домой. Ой, ебать, новинка нахуй. Death Stranding, хайпово, блядь. Этот Кодзима сделал, блядь. Нахуй, потомок, ебать, этого Цоя, блядь. Все, нахуй. Ебашим. Ставит, блядь, а она нахуй. Она, блядь, про курьера, охуеть. Пиздец, наверное, интересно было, да? Кроме того, в поставке есть различные препараты, а также образцы спермы и яйцеклеток. Эти образцы необходимы для сохранения генетического разнообразия, так как были переданы людьми, живущими вне крупных городов. Благодаря тому, что Хирали искажает время, мы сможем сохранить их так долго, как нужно. Когда груз будет обработан под ключики, после этого весь регион станет... Чё-то ебать ору. Сперма кисчамп, блядь. После этого ты отправишься в новейшая модель в нашей линейке. А, вот что вы про монстра возбухали. Типа вон эта модель в старой версии игры банки монстра, полученных из твоих вкаловых масс. Чел, да мы видели уже, чё ты, блядь. На нахуй. Наша болезнь началась с берега. Точнее, с того, что мы его обнаружили. Так тут все-таки есть транспорт, блядь. Какого хуя, блядь? Ничего не понял, блядь. Вы че? Ой, иди в пизду, нахуй. Достойная отдельной категории. Наверное, специалисты на головы друг другу лезли, чтоб взглянуть на тебя. Интересно, что они нашли? Вот какие тоже специалисты, бля. Вот этот мир... Мир Death Stranding'а, вот,
Блять, недостаточно просто голограммы пиздярить перед игроком. Где вот эти все люди, которым я помогаю, блядь, день? Я, блядь, почему я их не вижу, блядь? Почему со мной общаются посредством голограммы, блядь? Неужели это все оправдается тем, что, блядь, наш герой боится прикосновений, блядь, поэтому иди нахуй. Ну, блядь, это ж... Блядь, камон, нахуй. Там по 50к сидят в бункерах. А почему мы не можем в этот бункер попасть? Я сейчас перепрошу МВ-2 2009-го, помню твои слезы, мне все предстоит пережить. Нет, если ты не играл тогда в колду, в 2009-м, то для тебя это сейчас будет пустой звук абсолютно. Потому что компании Call of Duty, они довольно посредственные, скучные, тир-тир-тир, пафос-пафос, русские гондоны, ква-ква, блядь, Америка вперед, блядь, и все такое, нахуй. Это вот почти все Call of Duty про это. А вот МВ 2019 года, оно все вот это ваше умножилось на 4 все это дело, и там вот переборщили даже с этим делом, да, про гнобление русских, так сказать. Короче, нет смысла, блядь, проходить сейчас МВ 2009 года, МВ-2 2009 года. Если ты тогда не играл в колду, то у тебя это не вызовет абсолютно никаких эмоций. Тебе будет так похуй, и все. Локал-2 же русских не трогали особо. Не, я вообще про МВ-серию. Это прохождение ли по Ютубу? Это игрофильм на Ютубе. Я говорю, я не буду играть в эту хуйню. Это вообще адресная память. Спасибо. Привет, ты вроде хейтишь тех, кто кино на стриме смотрит. Да, и что? Слушай, у тебя меня. Чё прям на респект душка какая-то, блядь? Меня зовут Хикс. Я та частичка бога, что есть во всем. А, так это ты его во все это втянула? Ха, ранена, но не сломлена. Что такое? Бриджит Стрэнд мертва. Последний президент Америки предан огню. О, а теперь значит... Чё ты там написал, блядь, гандоша? Чё ты там написал, блядь? Сейчас я тебя нахуй... Ставки он тоже хейтил когда-то. Понял, пошел нахуй. Блять, вот вроде с 2019 года ты подписан, да? Заебись, ты смотришь стримы, блять. Попизди меня еще тут. Да сука. Девочка займет мамино место. Ну, это полная чушь. Ну какой из нее политик? Ну, не волнуйся, я ее найду. Я за ней присмотрю. И видишь ли, я наконец понял, в чем суть выхода смерти. О, вы еще столько вы не знаете. Эта девочка не похожа на нас с тобой. Дум — это не к ней. Ей больше по нраву уничтожение мира. Фактор вымирания. Так трудно налаживать связи, если даже руку пожать не можешь. К счастью, у меня очень прочная связь с той стороной. Ты? Нет, ты не мост. А вот я. Я привязан и к этому миру, и к тому, и к нашему милому ангелу смерти.
Реально милый. Ты главное блюдо. Достаточно одного малюсенького выплеска, и нас разнесет к чертям. Ну так что? Неужели ты не устал от этой рутины? Неужели не этого ты ждал все это время? Конца игры. Так, и чё? То есть я правильно понял, чел закидал босса гранатами из говна. Говна, крови и мочи. Гений, 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 блядь. Доставь припасы в озерный узел. Это только начало. А чё, чё за спрей? Чё за спрей напопшикал, чат? Чё за спрей попшикал? Нахуя? АКС? Чинит по ссылке. Ты пробилась. Меня нелегко сломать, несмотря на имя. Ты видела этого урода, да? Хикс. Он лидер группы сепаратистов. Казалось, он как будто управлял той тварью. Потому что у него 7-й уровень, а то и выше. А ты много про него знаешь. Мы работали вместе. Можно сказать, у нас был договор. Ты вела дела с террористами? Деньги не пахнут, да? Тогда он был не такой. Так что у тебя за цель? Ты хочешь спасти мир или все испохабить, как он? Я просто хотела бы, чтобы все было по-другому. Вот наш корабль. Не волнуйся, он на плаву. Пойдем. На борту все, кроме нас. Кто все там? Ни одного человека, блядь. Вот это либо какой-то сюжетный твист будет, объясняющий, почему никого нет, блядь. Никого нет, блядь. Ты вот в начале игры увидел, как мамка дохла, блядь, долбоёб в маске походил, блядь. И жирный бородач, блядь, походил, блядь. Всё, блядь. А, ну там пара-тройка челов в красных костюмах. Всё, блядь. Где все, нахуй? Бля, блевану сейчас нахуй. Мы доберемся завтра. Никто не ходит на улицу, потому что очень опасно. Ведь умрешь, равно ты атомная бомба, челят в бункерах, что-то делают. Это-то понятно. А почему вот ты даже спускаешься вот в бункер, да, этот ебаный, тебе просто вот показывают, как ты чилишь, нахуй, как ты зумишь в хуй, как, блядь, бьет камеру Норман Ридус, а других челов не показывают. Вот как ты там вышел, там бам, бункер красивый, блядь, люди ходят, что-то это, блядь. Это ж больше живности миру придаст и больше, блядь, целесообразности того, что ты курьер, а так ты просто носишь челом какую-то хуйню, даже не видя их, блядь. Типа, ну, бля, ладно, в пизду. Какая нахуй разница? Игру лучше это не сделает. А может и сделать, не знаю. Я хочу кое о чем тебя попросить. Это насчет того урода. Хикса. Сэм. Ты же помнишь? Уже почти пора, Сэм. Я не знала, пока ты не сказал. Не знала, что я живая. Жизнь,
совсем неотличима от смерти, если ты одна. Ты теплая. Я не хочу домой. Ты теплая. Я не хочу. Классный комплимент девушке или женщине. Подходишь, говоришь. Ты теплая. Хочу домой. Смотри. Это ловец снов. Надень его на ночь, и я отгоню кошмары. Я всегда буду с тобой. Ты забыл дорогу домой? Пойдем. Я тебя провожу. Пройдем полпути, а дальше ты сам. Полегчало? Буду ждать тебя на берегу. Разыщи меня. Ты меня перенесла. Сам бы я не добрался. Пока есть тело, в которое можно вернуться, нельзя приходить и уходить, как захочешь. То есть ты не можешь просто вернуться на восток? Нет, пока ты не объединишь нас, Сэм. Я буду ждать тебя на берегу. Разыщи меня. На, вот взбодрись. Добро пожаловать в озерный узел. Вкусно, наверное, жрать глистов в переем. До конца смотреть будешь? Ну, пока интересно. Груз из портового узла. Направлен в озерный. В общем, разберешься. Терминал доставки вон там. А я пока займусь своими делами. Чао, какао. Это мне? Называется кипу. Это узел по-старому. Еще с его помощью можно считать. Я добавляю узел, заводя друга. Ясно. Я буду добавлять по узлу каждую нашу встречу. Это очень важный предмет, раз ты смог принести его. Особенный. Да, я сделал его для тебя. Я буду им дорожить. Есть хочешь? Нам, блядь! Зачем ты здесь? Спроси у Кутна! Я про конкретно здесь. У меня посылка для курьера. Вот, это тебе понадобится в дороге. Чё он это? Указывает на то, что ты работаешь на Fragile Express. Тут моя кровь и хиральные кристаллы. Считай опознавательный знак. Это чтобы местные выживальщики тебя не доставали. Мы были тут единственными курьерами. Это была наша территория. Из-за Хиггса все пошло к черту. Я. Экспресс. Наша репутация. Да все. И ты хочешь ему отомстить? В одиночку? Но я не одна. В пещере. В портовом узле. У твоей кровати. Мы так далеки, но постоянно видимся. Казалось бы, я была обречена рано или поздно сгинуть в выплеске. Но вот она я. Вот она. Ты используешь берег? Один из них. У тебя свой, у меня свой. С его помощью я прыгаю. Я не могу вызывать твари, как Хиггс, но могу пойти за ним. Догнать на берегу. Беда в том, что у каждого есть свой вход. Я могу проходить только через берег, который знаю, понимаю. Ты ведь слышал про мультивселенную? От каждого долбоеба, у которого есть какая-нибудь большая фирма, постоянно слышу, блядь.
Надо, сука, мультивселенную, метавселенную ебашим, блядь. Налево ебашим, направо ебашим. Сука, чтоб все, блядь, нахуй жили, блядь, и не тужили, что NFT на очко мамонта, блядь, тоже нахуй ебашим, блядь. О, заживем, нахуй, заебись, блядь. Сука. Как 2007, только 2077, еба, заебись. Высасывают кровь. Ты направляешься в краевой узел, да? Там полно террористов. Но если ты решился, тебе рано или поздно придется столкнуться с Хиггсом. Слушай, я просто курьер. Убивать монстров, террористов — это не ко мне. А если попробовать вместе? Я могла бы помочь тебе. И нам вовсе не обязательно иметь общую цель. Поебитесь. Я перекину тебя. Через мой берег. В любое место, где много хиралия. Любое, подключенное к хиральной сети. И что же ты хочешь? А, она типа fast travel открывает? Я хочу, чтобы ты подумал. Держи. Это тебе поощрение. Понадоблюсь, звони. Будем общаться по нему. До новых встреч. Угу. Откуда она там одежду Извини, взяла? Не хотела тебя напугать. Че за хуйня? Я захожу, а ты спишь. Спасибо за душ. Откуда она одежду взяла, блядь? Че за хуйня, блядь? Да откуда она взяла одежду, блядь? Пиздец! Это нечестно. Это нечестно. Это нечестно. Че хотите сказать? Она тэпнулась в душик. Потом такая тэпнулась обратно к себе на хату. Разделась там. Тэпнулась обратно в душик. Помылась. Ее заспотали. Домылась. Тэпнулась обратно на хату. Оделась. Тэпнулась обратно в душик. Вышла, блядь. Гений, 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 гений. Гений, блядь. Хорошо. А в чем проблема у себя на хате тогда помыться, блядь? Пиздец. Хочу спросить. Я слышал всякое. Про тебя. Она заодно с террористами. Не верь ей. Еще одна дурочка, которую Хиггс кинул. Эта женщина просто героиня. Скажи, Сэм, что для тебя значит Америка? Америка, it's a great country, блядь. Как какой-то феномен. Сука. Клей, на котором всё держалось. Абема, молодец. Не просто народ. Нахуй. Символ свободы и надежды. И это Или можно кто вернуть. Там? Он в это верил. И его смерть меня подкосила. Тогда-то ко мне и обратился Хиггс. Сможем доставлять посылки от моря до моря. У него была монополия на Запад. Для нас обоих это было выгодное сотрудничество. Поначалу дела шли хорошо. Но потом, год назад, когда эти фанатики пошли в разнос и взломали нашу систему, они как-то заполучили наши пропуска и стали проникать в города. И внезапно мы доставляем оружие и бомбы вместо лекарств. А я и не в курсе. Мы были винтиками в преступной машине. И за всем этим стоял Хиггс. А еще он умудрился прибрать к рукам атомную бомбу, которую я сама пронесла прямо в средний узел. Ты хочешь сказать? Да, это я. Я взорвала. Все было бы иначе, не будь я такой слепой дурой. Поэтому я сделала все возможное, чтобы не дать им уничтожить Южный узел. Я пыталась вынести бомбу из города, но Хиггс был на шаг впереди. Он с лихвой отхватил свой кусок. Некоторые раны не заживают. Все время, что мне оставалось, забрал дождь. Вот такая история. Чистая правда. Не считай лжи. Ауф, блядь. А что? Мне плевать, ты что хоть на поняла, Риджес, что ты сказала? Что на восстановление Америки. Но я не позволю Хиггсу и каким-то террористам уничтожить наследие моего отца. Поэтому я и пришла. Ну? Теперь веришь? Я готова помочь, Сэм.
Просто позови меня. Сложно измерять уровни Хирали. Когда район интегрируется в хиральную сеть... Отлично, Сэм. Еще одна... Да вы заебали пиздеть, идите нахуй! Прогнозы метеостанции должны быть доступны всем, кто в хиральной сети. Спасибо. Бриджит всегда... Две голограммы, обалдеть! Близким другом. Ебать. Она смела, что мы делаем, но надо же. Это все нам? Серьезно? Как тебе это Нет, удалось? Мне, это мне а, все. Ты молодец. Я считаю, вы курьеры ничем не лучше террористов. Угу. И тебе никак меня не переубедить. Угу. Бери свой кьюпид и проваливай. Ну пиздуй наружу. Покажи, какой ты охуенный. Да ладно. Жека покакать сел. Нет, ну если ты срёшь на диване, то у меня есть для тебя плохая новость. Охуеть, к нам вышел человек. Отнеси меня. Пожалуйста. Я должна его... В смысле, блять, отнеси? Я тебе что, блять? Кран? Ты чё? Ты чё, дура, блядь? Ты же вот идёшь, блядь, сама, блядь. Оденься, нахуй. И пошли, блядь. Отнеси, блядь. Тёлковоз, блядь. Охуеть, блядь. Ты чё, блядь? Чё ты ноешь, блядь? Я не должна была оставаться. Как скажешь, одевайся. В глубине души. Я знала, что он еще жив. А ныть-то чё, блядь? Отнеси меня к нему. Умоляю. Да никто тебя не понесет, блядь. Я готова. Можно идти хоть сейчас. Только согласись. Да, сейчас, блядь, ты без накидки, нахуй. Темпоралка ёбнет, все, блядь. Принесу тебя, блядь, 80-летний уже к нему. Вопросы будут. Часы будут у меня, чтобы не разбились. Нет. Нет. Здорово. Ты не ранена? Спасибо, Бриджес. Неужто ты и правда жива? Я хотела сказать то же самое. Бля, пиздос. Отношения тоже можно починить. Почему вообще Норман Ридус ушел вообще, вообще из кадра, блядь, ушел? И нам показывают какую-то, блядь, драму долбоебов, блядь. Долбоебскую драму долбоебов ни про что, не имеющая абсолютно никакой даже смысловой нагрузки. Ладно, хуй с ней за смысловой нагрузки. Сюжетной нагрузки даже нет, блядь. Можно просто порофлить с телковоза, блядь, и все. Это чё, блядь? Вот эта хуйня, вы хотите сказать, 4 косаря стоит? Охуеть. Теперь попытаюсь начать все с чистого листа. Но зато есть положительное. Наконец-то вышли люди какие-то. И ты начинаешь ощущать, что этот мир, он, блядь, нахуй не из голограмм NPC, блядь, хоть сделан. Ебать. Если нужно что починить, обращайся. Почини мою Но веру в геймдев, блядь, пожалуйста. Мы примкнем к Или сети. Или тут все нахуй, никаких фиксиков не хватит. Я вас не подведу. Мы тебя не забудем. Спасибо. Опа! Лайкосики в студию! Ля, как сидит царь поешки. Как он царь выслышал? Так. Этот, ебать, вассал. Да, поступают нерегулярно. Никто не голодает. Сосала, чуть-чуть. Но в городе постепенно нарастает тревога. Мы хотим... Ты ебал твой был. Больше пищи, оксидентина и самого необходимого.
Блять. Также нужно доставить семена, белковую пасту из насекомых, органические вещества и оружие против тварей. Ладно. Ебать, интересный стрим. Ну, блять, а вот ты скажи мне, Дункарда, а как играть в эту хуйню, блять? Это же невозможно. Ну вот, катсцены можно попырить в целом, порофлить, ебать. Вот мы сейчас стелковоз порофлили. Ну, в целом неплохо. Так это ж типа, блять. Это 0 из 5 игра. Ну, как геймплейная, блять. 0 из 5, это вообще, блять. За это денег должны давать. Вот в эту хуйню играть. Это бомба! Опять! Этот подонок опять за свое! Таймер уже запущен. Его не остановить. У нас только один вариант. Сэм, от нее надо избавиться. Отнеси ее в кратер у южного узла. Это смоляная яма, считай бездонная. Если швырнуть бомбу туда, может и обойдется. Так, а смола, она же горючая вроде, нет? Это другая смола, понял. Это не горючая смола, гений. Еще бы чуть-чуть и все. Ты спас город и всех его жителей. Ты молодец, в отличие от меня. Может, средний узел было не спасти, но южный уцелел. Благодаря мне и тебе. Что произошло? К тому времени, как я раскусила его план, бомба была уже у городских ворот. Я проследила за грузовиком и каким-то чудом сумела вынести ее оттуда. Но Хикс видел меня насквозь. Он схватил меня у самых ворот. Я прижимала бомбу к себе, как ребенка. И в наказание он заставил меня раздеться, а потом вызвал дождь. Фрэджайл, послушай, у меня к тебе предложение. Ты хочешь доживать свои дни в виде порченного груза? Или ты готова пожертвовать собой ради груза? Ближе к делу. Хорошо. Если ты хочешь спасти себя, надо только прыгнуть. Но если в тебе действительно вдруг взыграл альтруизм, тебе нужно будет донести мою бомбу до бездонной ямы и бросить туда. Ну да, ты спасешь целый город. Только вот тебе придется пройти голый под дождем. Потеряешь кусок жизни, зато город проживет дольше. Хм. А что, вполне справедливый обмен? Нет, ну гений, нет, ну реально гений. Маска за маской, блядь, гений. Не, ну гений, блядь. Не, ну реально гений, блядь. Видишь ли, мне мое лицо не очень нравится. Вот я его и прячу. Но ты-то... ты свое просто обожаешь. Папина красавица, да? О, нет. Не переживай. Лицо я не попорчу. Я хочу, чтобы оно служило тебе напоминанием. Да.
Зачем ты это сделал? Зачем ты меня предал? Я нашел того, кто меня дополняет. От кого не нужно прятаться за маской. О! Имей в виду. Даже если ты спасешь этот город, ты навсегда останешься маньячкой, взорвавшей средний узел. Эту красивую мордашку всегда будут считать лицом террористки. За тобой будет вечная охота, уж я-то знаю. И даже если тебя простят, ты все равно сломаешься. Ну, что ты решила? Давай мне груз. Я рискну. Меня так просто не сломать. Ну что ж, желаю удачи. Давай мне груз, я рискну. Меня так просто не сломать. Давай мне груз, я рискну. Меня так просто не сломать. Мое имя Фрэджайл, но я не хрупкая. Так подожди, под дождем же рип нахуй. Или если, блядь, балаклаву надел, то такой, блядь, ну мозг же цел. Или чё, блядь? Не понял сейчас. Тело постарело. Так она же могла постареть очень сильно, что руки-ноги отпадут под таким дождем. Или чё, или она просто, типа, намокла. Или что, блядь? Ладно, в пизду, короче. Вот видишь, ты настоящий герой. Ты поступила правильно, а это твое. Я не герой, Сэм. Я сделала выбор. И до сих пор жалею. Надо было просто прыгнуть, и я бы спаслась. Но вместо этого ты спасла город. А еще подарила людям надежду. Мне осталось спасти еще одного человека. Хикс очень пожалеет, что со мной связался. Ты его убьешь? Не могу. Он стал намного сильнее, чем раньше. Но ты бы справился. Ты, да. Только обещай, что ты оставишь его в живых. Я хочу поговорить с ним лицом к лицу. Разве ты способна пытать людей? О, да. Хочу знать, зачем он меня предал. Есть будешь? Буду. Хрустящий. Вкусненький, сука. Не забудь, что тебя ждут с припасами в южном узле. Заебись, конечно, пиздец, что тебя ждут, когда ты нахуй блин каешься на всю мапу. Конечно, блять, конечно, блять, конечно. Thank you.
Combat ветеран. Чё, блять, вообще? Какая нахуй Вторая мировая, блять? Ну, первая, ладно. Ты не докурил, блядь. Мама. Она голодна. Что за... Все, заснула. Она не может пить мое грудное молоко, но такая имитация позволяет унять боль. Что это? Это моя... А зачем она себя потрогала за грудь? Чё не так-то, блядь? Что не так-то, блядь? Какого хуя, 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 блядь? Что не... Блядь, ладно, хорошо, окей. Дочь. Нужно полностью переписать программное обеспечение. Ну, перепиши. Да, я... не могу. Я отвечаю за железо, программы писал другой человек. За ней нужно пойти в горный узел. Ладно, мне все равно нести туда Кьюпит. Ну, блять, ладно, хоть... Давайте, да, положительные вещи искать. Ладно, хоть персонаж, красивая девушка, да, а не вот как сейчас принято, блять, в играх делать. Обязательно, сука, какую-нибудь одноногую, блять, однорогую уёбище, блять, добавлять. Нахуй, на которую, блять, смотреть невозможно, блять. Сами знаете, блять. Ну вот опять. У меня... Блять, вы понимаете, насколько страшных женщин пихают, что у меня... Меня уже жена говорит, блять, это что за страхоебище, блять. Понимаете, это даже, ну, не сексизм, хуизм. У меня, блять, жена точно так же говорит. Поэтому нахуй идите. Хорошо? Что значит даже? Я не сказал даже. Я сказал, что у меня жена так же считает. Может быть, ее хотят вернуть. Так, вообще тут в тишине посидите, блять, я за чайком пошел. Она хочет вернуться. Темпоральный чай, блять. Шоколад. Квадрат о чем-нибудь тебе говорит? Говорит, что ты зажрался. Бля, 50 рублей стоит, чё, дурак.
Охуеть, шоколадка за полтос, ты чё, охуел? Теперь мне не сбежать. Все погибли, город разрушен. А руины кишат тварями. Они повсюду. Где твою кипу? Но я смогла тайком выбраться сюда. Может быть, это наш последний разговор. Просто знай, я в безопасности. Пока что. Я буду ждать тебя на берегу. Может, именно поэтому... Вот это контент. Я не пойму, Дань, у тебя какие-то проблемы или, может, вопрос есть? Слушай, у тебя... Нет, я наоборот оценил. Все, отлично. Тогда у меня вопросов нет. После инцидента с Малингина не поссорили? Помиловал. Но если блядь. Мы не вернем Локни... Блак в чате — это тот человек, благодаря которому я могу нихуя не чекать по рекламе и сразу же стрим включать. Понимаете? Это бро всех бро, блядь. Поэтому вы тут нахуй не кипишуйте, блядь. Я тут недавно, мы это в настолке собирались играть. Вот, играли как раз с Блаком, с Борисычем. Охуенно посидели. Похавали, блядь. Тортик тоже похавали, нахуй. Чё мы там? Медовик кушали, блядь? Чё-то такое. Стрим хороший, так держать не бань. Сука. Блядь. Нахуй. Ладно. Сэм, застегнешь меня? Блять, еще одна нахуй. Вы чё, блять, сами не можете ходить? Что, в чем проблема, блять? Впечатлений сразу. Пиздец. Главное, чтобы я могла выглядывать. Шумаровоз, блять, в натуре. Вообще-то они не могут ходить. Почему, блять? Она сейчас сдохнет нахуй. Да и хуй с ней вообще. Кого нахуй нам геймплей твой? Давай. Пролистывай. А у тебя, как я погляжу, руки заняты. Ну и ладно. Всегда можно чуток изменить правила. Приготовься. Сейчас. А он голоден. От тебя требуется лишь одно. Не угодить ему в пасть. Хорошая игра. Еще какая. Беги, Сэм, беги. Ну все, беги. Доставай гранаты из говна, блядь. А это сидит, ей похуй. Не понимаю, как тебе это удалось. Ебать, а это чё? Нам бы твои таланты. А чё, ебать, из земли выросли, блядь, постройки. Это чё, блядь? Это чё, блядь? Просто, блядь, хуяк, блядь. Охуеть, блядь. Прости меня. Прощаю. А чё, я за чё? Я так тебя люблю. Я о, так а тебя люблю. Так, а чё так резко? Я ещё вас не как знаю. Как я рада снова тебя услышать. И вообще у меня жена. И буду любить. Ладно. Всегда. А теперь сделай мир одним целым. Ладно? Как мы с тобой?
еще одну сжигать мамку, блядь. Или что, у вас прям тут есть топка? Даже если она... Нахуя, у нее может нахуя быть... нам еще одну голограмму показывают? Вот только дед с нами общается, нахуя еще одну голограмму показывают? Кто эта женщина, девушка, кто, блядь, нахуя ее показывают? Фотоаппарат мне очень дорог. Я ни о чем другом даже думать не могу. Если хочешь приступить прямо сейчас... Да завали ебальник, боже, блять! Вот что бы я взяла, если бы пошла сама. На здоровье. Нет, понять, что это значит. Так что подключай нас. Мы хотим присоединиться к UCA. Надеюсь, бабушка еще что-нибудь я расскажет. Надеюсь, что наша работа... Бабуль, пиздани что-нибудь. Еще раз спасибо. Надеюсь, мы с тобой скоро увидимся. Обалдеть! ББ, это я виноват. Зачем я посадил тебя в эту тюрьму? ББ. Я скримак, блядь. Нихуя, я такое не видел 300 часов в игре. Блядь, знаешь, сколько ты заработал бы денег за 300 часов курьерской доставки РЛ, особенно если у тебя есть машина, блять. Ты знаешь, как ты денег заработал? Блять, а геймплей, пиздец, вообще охуенный. Ебать, 300 часов в Death Stranding, блять. А чё в этой игре можно делать 300 часов, блять? Охуеть. Хорош поносить игру.
Так это, блядь, не игра. Какая игра, блядь, ты еще вообще? Что вам нужно? Что вы в Человеке-пауке? Блядь, Человек-паук, там хоть геймплей какой-то там. Насчет доставки, у меня город 40 населения, есть две доставки, и те хуй кому нужны. Блядь. Ну тогда реально один выход только, Death Stranding, блядь. Ну, ты, можно сказать, застал меня врасплох. У тебя что, сердце останавливается? Каждую 21 минуту. Я провожу 3 минуты на берегу и возвращаюсь. 60 смертей и воскрешений в день. 60 шансов отыскать на берегу мою пропавшую семью. Так я и живу. Конечно, довелось побывать у шва огромное число раз, но мой счет все же повыше. 218 549. Свою жену и дочь. Как будто смотрю на свое сердце. Это называется кардиоформия миокарда. У меня крайне необычный случай. Могу показать. Ты видел когда-нибудь сердце в форме сердца? Ты посмотри. Это не наследственное. Я так и не смог смириться с их гибелью. В последующие дни я стал одержим одной идеей. Что берег существует, и они на нем. Я вызывал у себя остановку сердца на целых 3 минуты и искал их. Снова и снова и снова. Чтобы просто попрощаться? Наоборот. Считается, что у каждого свой берег. А вдруг и загробная жизнь разная у всех? Эта мысль меня ужасает. Вечное одиночество. Вот почему я решил отыскать своих родных. Чтобы последовать за ними. В смысле умереть? Если смерть нас воссоединит, то да. Но столь высокая нагрузка сказалась на моем сердце. Мышца сильно деформировалась. И со временем люди стали меня называть исследователем берега. Хартманом. Я очень рад этому разговору. Тело, которое не мертвеет, без признаков разложения. Как будто она все еще жива. Идеальная мумия, безупречный труп. Ты чего? Ты ведь кое-что еще должен был доставить. Подожди, Дедман. Судя по всему, это пуповина. С виду человеческая, вроде. Но это был не просто канал между плодом и плацентой. Больше похоже на нить тварей. Это от мамы? Тело, которое не мертвеет, и пуповина, соединенная с берегом. Это удивительные находки, Сэм. Мое больное сердце просто ликует. 5 минут до остановки сердца. Извини, Сэм, но, скорее всего, нам придется прерваться. Мне нужно вернуться на берег и продолжать поиски моей жены и ребенка. Один человек, один берег. Таково правило. Но я исключение. Мой берег соединен с другими. Как будто ему вставили коронарные шунты. Может, все дело в моем необычном сердце. Я точно знаю одно. Я их найду. С каждым визитом вопросов становится все больше. Но однажды я найду ответы. 3 минуты до остановки сердца. Поля битв, эти бесконечные ловушки, отголоски мировых войн. Почему солдаты скитаются по берегу спустя столетия после смерти? Обычно души почивших там не задерживаются. Берег – всего лишь коридор, по которому они проходят в потусторонний мир. Но сожаление, обида, сильное желание остаться, если эти чувства достаточно сильны, они могут породить совершенно другой берег. Общее чистилище для армии проклятых. Клиффорд Унгер. Его горе и злоба и твой ББ, ставший чем-то вроде катализатора, внесли в наш мир эти поля битв. 2 минуты до остановки сердца. Это лишь теория. Но все указывает на то, что они здесь из-за Хиггса. Ты пока просто передохни тут. Время останавливается на берегу, но не у шва. Тебе покажется, что прошло всего-навсего 3 минуты. Мы скоро продолжим. Один.
чат. Спокойно ведемся. Вот это мясо улеглось на диване. Первое сообщение. Отлично, начинаешь диалог. Охуительно. Во. Чел, вот я вешу 160 кг. И вот я довольно резко встал для своего веса, да? А вот если на тебя, блядь, привязать столько веса, нахуй, и посмотрю, насколько ты резко встанешь. Нахуй, обратно, блядь. Уедет, сука. Большинство основных жизненных функций легко укладывается в 21 минуту. Вот со сном сложнее. И с контактами, наверное, вербальным, физическим. Но человеку в моем положении это особо не грозит. И все. Привет, Водуш. Отдых перед тем, как снова выйти на поиски. Пусть мое тело вообще здесь. На тебя не похож. Я уже и наоборот. Умер. Он на тебя не похож. Я знаю это чувство. Ожидал, что ты со мной будешь настолько откровенен. Второй момент, первое прохождение. У меня, бля, вот такое прохождение. Да я ебал, бля. В эту хуйню невозможно играть. Вот если человек на полном, на серьезном депутатском ебале сел играть в эту дресню, у человека, значит, довольно серьезные проблемы. Как минимум со вкусом, блять. Это пизда, это не игра, это просто уродство. Ну то есть, ты такой заходишь, дошел до одного места, дошел до другого места, дошел до еще одного места. И ты такой, и что, это все, блять? Это все, блядь? Ты просто ходишь? Это нахуй инстадроп, это, блядь, невозможно играть вообще. Это пиздец. Но вообще сюжет интересный. Ну такой, шизоидный немного. Ну как немного, вообще фулл отъебанный. Тут, блядь, ни одного нормального человека нет. Какие-то все ебанутые, одна там, блядь, мамка родила астрального ребенка, другой там долбоеб ветеран, нахуй, заблудился во времени, блядь, этот кретилоид, блядь, ну нахуй, сузил сердце, блядь, умирает каждые 20 минут, блядь. Короче, все ебанат какие-то, нахуй. Неживые. Что случилось? Блять, ладно. Что происходит? Сынуля, ты подох. Лайкосик поставил. Я увидел в этой процессии свою жену и дочь. Эй, это я! Куда же вы? Стойте! Не уходите без меня! Нет! Не уходите! Пожалуйста, не уходите! Я уже говорил, здесь многое напоминает о смерти и уничтожении. Блять, вот такая красивая игра, пиздец. Вот так красиво, вот так красиво, блять, красивые. Ну, блядь, ну вот охуенно, ну вот, блядь, вот даже, вот, просто вот самую бестолковую, кретинскую шутерную механику добавить уже нормально будет. Блядь, ну какой нахуй ходить, блядь, ну ты чё? Ну ты чё, ёбнутый, блядь. Что тварь за... Какой она есть, мы, блядь, какой она есть, мы, блядь, видели, что чел 5 раз гранату кинул и 1 раз выстрелил, блядь. Что, блять, ебать. Намного чаще. А я играл в эту хуйню 3 или 4 часа. Даже намека не было на какой-то экшен. Убегал от бомжей. Все. Это все, что было. А потом от невидимых бомжей. Если, конечно, почему у него бейджик почти что нахуе? Здравствуйте! Представляете, залежи Хирали есть в слое, появившемся... Михаил! 5 миллионов лет назад. Продолжим, но завтра. Я уже спать хочу, пиздец. Сейчас, блядь, буду этот свой... С Хиралей, блядь, восстанавливать. Или как он там, блядь? Как оно, блядь? Не, в целом, это, конечно, классная фишка сюжета, да, что все персонажи, даже какие-то там побочные, какие-то все, блядь, припизнутые. Это классно. Это, ну, типа, добавляет какой-то там вот своего шарма, что, типа, бля, вот мир взъебал, и все ебанулись. Ну, это придает, да, то есть придает некоторую изюминку.
Почему про курьера-то? Как так вышло-то, блядь? Я не понимаю, блядь. Давайте, чаток, спокойной ночи. Сладеньких вам снов. В принципе, классно посидели, почили. Мне понравилось. Можно будет также, знаете, что посмотреть? Можно будет также посмотреть Horizon. Да, вот там тоже сюжетик интересно начинается. А геймплейно... Вот у Horizon есть геймплей, но он, блядь, такой скучный. Пиздец. Вот это вот отстреливать жопы, блядь. Крокозябром, блядь, металлическим каким. Блядь, очень скучно, пиздец. Не знаю. Еба, нихуя. Нихуя, ебать. Сидит. Я бы его депутатом назначил каким-нибудь. Посмотри, серьезный какой, блядь. Серьезный игрок. Да, реданул под масса, он там что-то в поешечку тыкается, короче. Все, давайте, ба-ба.